Всем привет, я снова на тест-сервере, это Почвень. А сегодня сделаю обзорчик по такому виду заработка, как фарм турелек от Реглав. Точнее, не самих турелек, а того флота, который прилетает их дефать. Итак, что у нас есть здесь? У нас здесь есть три турели. Вот, естественно, запущенный стенд, поэтому они меня не атакуют. Вот, и поэтому я могу прямо начать с такого длинного вступительного монолога. Вот, в боевых условиях, конечно, у вас такой возможности не будет. Потому что если вы будете заниматься этим заработком, то стенды у вас будут по-любому просажены, и турели вас будут атаковать сразу. Итак, что у нас в наличии? В наличии у нас Кронос. Кронос вот с таким вот обвесом. На лайве он стоит примерно 2,5 лярда. То есть корабль вместе с обвесом. Достаточно недорого для мародеров. Вот. Здесь я чуть-чуть побустил ему ДПС. Но если вы не уверены в танке, да, вот в симуляции, смотрите, что у нас будет по резистам. Вот эти два основных резиста, которые нам нужны. Это термал и эксплозив. То есть вот этими двумя видами дамага нас будут пробивать триглавские корабли. Вот. А сами турельки, вот если мы посмотрим информацию, они имеют омни-дамаг. То есть стоять под этими турельками с дыркой в резистах я не рекомендую. Будет очень больно. И скорее всего танчить не получится, особенно если их будет 4 штуки. Тем более, что сам вид фарма подразумевает, что мы турели не пилим, а только агрим. То есть мы их оставляем на развод. Потому что по прошествии определенного времени, точно какое время я вам не скажу сейчас, потому что еще сам не знаю. Вот. Но если вы потом, вот, например, профармите все эти три турели, улетите фармить другие, да, там все зафармите, вернетесь сюда и снова их начнете агрить, их снова прилетит дефать флот. То есть, по сути, это бесконечный фарм. Да, он все-таки существует в Е, этот бесконечный фарм. Вам просто нужно найти систему, где есть хотя бы там, ну, три места, где стоят вот эти вот турельки. То же самое можно делать в хайсеках, просто в Почвине. Почему я в Почвине нахожусь? Здесь проще найти сами турельки. Вот, потому что в хайсеках вот, мы вчера летали почти весь вечер и нашли всего одну турельку. Вот, ну, это тест-сервер, здесь все как-то не так, как-то все через то место. Итак, Кронос. Кронос у нас капостабильный. Что по фиту здесь хотел бы отметить? Это Носфы. Почему именно B-тайповский я поставил? Из-за расстояния 42 километра. То есть на этих Носфах мы сможем подпитываться даже с лишаков, которые летают на 40 километрах от нас. Вот. Ну, лучше, конечно, их кидать на ПКшки. Потому что они будут работать в своих оптималах и больше капы нам пополнять. Вот. Патроны. Скорее всего, здесь нам понадобится только два вида, хотя я взял три. То есть это антиматерия колдарская, нули и войды. Нули нам нужны будут для отстрела линкоров, которые орбитят где-то в 40 километрах, и на войдах мы попадать по ним уже не будем. Ну или будем, но не так хорошо. Вот. А антиматерия для всего остального. Сеточку я поставил это для того, чтобы мы могли хоть как-то бороться с мелочью, то есть с фрегатами и эсминцами. Кстати, посмотрим, как это все будет выглядеть. Потому что Кронос в данном фите я использую первый раз. Вот. И заодно посмотрим по танку. Если нам танка будет не хватать, то вот сюда можно вместо магнетика поставить реактивку на резисты. Вот, и тогда резистов у нас будет еще больше. Сам запил неписи. Мы начинаем с агры турелек. Запоминайте, какие турельки вы агрили, потому что если вы проагрите одну турельку и потом опять же будете агрить ее, то непись сразу не прилетит. Вот, то есть она может вообще не прилететь, да, там нужно какое-то время, ну, не знаю, по-моему, полчаса, может быть, даже больше.
чтобы вот этот флот, который ее дефает, ну, снова стал активным. Итак, у меня есть бука, на которой стоит трактор, почти в 400 километрах. Вот, и у нас есть турельки. То есть мы становимся сразу в разгон на буку. Ну, в данном случае это трактор, да. Лочим одну турель. Включаем наши ремки. Стреляем и отварпываем. Включаю варп-двигатель. Здесь мы включаем сразу Siege. Сейчас много мелочи прилетело. Запускаем носы. И начинаем отстрел. Да, дроны. Дронов тоже желательно не забывать. Непись на дронов не переагривается от слова совсем. Так что можете смело их юзать. Входящий ДПС небольшой, пока, я думаю, можно здесь даже на одной репке остановиться. А зори к нам не прилетели в этом респе, только обычная непись. Очень актуально себя здесь показала смарта, но для хайсеков смарту я использовать вам не рекомендую. Иначе можно подставиться под конкорд. Да, заодно уже можно начинать салить в реке.
Сало очень вкусное. Даже по профиту, по-моему, вкуснее, чем лут с обычной неписи. Ну, конечно, с зориков лут прям-таки шикарный. Ну вот потихоньку даже мы попадаем с бластеров по домовикам. На дистанции где-то около 400 километров турели перестают попадать совсем. На 300 километров у них еще попадания проскакивают, иногда такие очень болезненные. Что рекомендую все-таки отлетать подальше. Скорее всего, выхлоп будет здесь маленький именно с этого респа, потому что очень много мелочи и нет зориков. Но тем не менее, показательно, что и такое бывает.
Так, остается у нас два домовичка. Выключаемся. Этот бастион. Все время сиджем его почему-то. Вот. И сейчас будем уже вызывать второй респ. Ребята прилетели новую турельку ставить. Вот эти транспорты с трибозы. Вот они как раз таки турельки впендюриваются. Так, ну что ж, все равно мы будем агрить. Заодно проверим. Так, ну, по идее. Давайте, да, варпаем в ноль. Включаю варп-двигатель. Разгон на трактор. Лучим. А, видите, турель очень больно пробивает. Так, лучим, стреляем и отвар. Если нам, конечно, дадут отварпать отсюда. Да, отварпать нам дали. Отлично. А, мне интересно, прилетит ли вот этот вот флот, который турельки ставит ко мне тоже. Так, что у нас? Восстановить связь с дронами. Окей. Так, сидж. Сначала желательно убивать радив. Так, у нас зорики прилетели, нет? Нет, опять зори нету. Ага, вот этот флот на нас сагрился, но он так не подварпывает, то есть, вот как вот этот флот. То есть, вот эта непись, она переварпывает в то место, куда варпаем мы. Вот, а эти просто топят своим ходом, получается, до нас. Что ж, удачи им, лететь им долго. Исчерпаны заряды модуля.
Рюшачок что-то совсем далеко оттопил. Обычно они на 40 летают. А, ну вот, да, возвращается. Так, и будем сальважить дальше. Так, на лишачка перезаряжаемся на нули. Ребята прилетели. Быстро они. Такой у нас будет немножко усложненный вариант прохождения, еще с дополнительным флотом. Да, вот здесь конкретно не хватает смарт-бомбы. Вот это бы все просто бы сейчас запилилось.
Исчерпаны заряды модуля. Тоже переключаемся опять на антиматерию. Или, давайте попробуем на... Да. Как мы будем попадать вообще по ним, по всем. Вполне неплохо вроде бы идет. Так, что-то капа у нас не справляется. Кто нас нитрит? А попробую оставить одну репку. А вот ты нас нитришь, да? Надо будет убивать. Так, а что такое? Почему я ведьмака до сих пор не могу убить? Все, перестал попадать. Давайте тогда назад на антиматерию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо так делать. Кто там так сильно раскрутился, что нас продамаживать прям начали жестко. Так, что-то я не пойму нифига, вроде бы и Радив нет, а кто его так хилит прям упорно, что я его продамажить не могу. А, что, я опять на Войта, да блин.
антиматерии дело совсем по-другому пошло. Да, войды, походу, здесь не нужны. Антиматерия и нули, все. Так, давайте поможем. Теперь нетрящего. А, дрековака забрали, все, сразу ДПС упал. Можно на одной репке откачиваться. То он прямо очень сильно успел раскрутиться. А, вроде бы говорили, что Зори Лишак здесь любит в Клазину лезть. Но тот Зори Лишак, которого я видел, он орбитил на 44 километра. То есть, по сути, вот если есть такие, которые лезут в Клоз, то да, можно оставить себе чуть-чуть войдов. Вот именно для таких целей, чтобы его быстро продамажить. Но если они все будут 44 орбитить, то смысла в них особо нет никакого. Если они даже по Ведьмаку умудряются промахиваться, то по мелочи из них стрелять смысла нет. Исчерпаны заряды модуля. Ребята решили отъехать. Но не все. Так, Лида, давайте, наверное, этого доберем все-таки, и потом уже будем Лишачка пилить вместе с дронами, чтобы это было быстрее. Так, что у нас тут по салу получается? А вот на 17 миллионов уже на сале.
Основной смысл фарма здесь это именно зори. Чтобы они прилетали, потому что они дают очень хороший лут. В теории, может быть, с них что-то выпадет, типа модулей. Но ни разу не видел, не падали. Просто лут падает. Достаточно неплохой, там с одного корабля где-то ямов 30, может даже побольше выпасть. Валькирии часто промахиваются. Давайте попробуем варьеров все-таки выпустить. Бластеры наши промахиваются от слова совсем. Так, ладно, эту мелочь попробуем оставить. Как-то она очень тяжко пилится. Согрем последнюю турельку. Будем надеяться, что прилетит хоть один зори. Включаю варп-двигатель. Да, зори есть. Зори у нас кто? Кикимора. О, еще и зори Радива. Круто. Вот зори Радива мы и начнем.
Так, есть. Сейчас еще одну Радилу заберем, чтобы она меньше хилила всех. И уже будем дальше работать по крузачкам и лишаку. Так, кто-то нас опять нейтрит, да? Вот это. Без капы не хотелось бы оставаться. Вот сальважить перестали, вроде бы пищит, конечно, но держится, капа. We'll be right back.
Ясно, клешачка забрали, попробуем сейчас на одной репке, капу чуть-чуть отрегеним. И будем выбивать кикимор. Не, не хочет он пока. На одной репке жить. Забираем еще одного Зорика, кикиморку. Так, еще у меня дроны разные цели. Так, что тут у нас? Показывает 36 миллионов по салу. Да, очень не хватает смарты. Ну, опять же, цены здесь отображаются не точно. Все это будет стоить больше, может быть, даже раза в два. Так. Давайте по луту посмотрим, что тут. А вот по луту уже все гораздо интереснее. 155 миллионов. Датакоры, ключи нападали. И опять же, цены здесь не особо корректно отображаются. Простыней нападало. Ну, в общем, вполне себе. Вполне себе фарм. Причем это мы еще не закончили. Вот у нас были три турельки, да, еще вспомогательный флот. Мы из него несколько кораблей запилили. Достаточно неплохо. Так, а по объему что у нас тут получается? Ну да,
в мародер не влезет. Нужно будет его возить чем-то. Чем-то другим. Ну, хотя те же самые простыни, то есть самое дорогое запихать получится. В любом случае. В общем, вполне себе фарму, причем это можно делать в хайсеках. Так что, почему бы нет? На достаточно недорогом мародере. Потому что 2,5 лярда, с учетом того, что сама тушка стоит 2 лярда. Вот, и фит за 500. Вполне себе. Наверное, надо все-таки перефит брать со второй сеткой. Потому что под одной сеткой бластеры что-то по нему не попадают. Промахи, 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 промахи. Просто тратим патроны все. Так, итого по патронам, что мы истратили? Около 3000 антиматерии и около 1000 нулей. Вот, и возможно, все-таки стоит взять две смарты эксплозивные. Чтобы вот это все можно было запилить быстрее. В хайсеках, конечно, это делать весьма опасно, потому что к вам могут просто подварпать. Если вы не успеете выключить смарты. Вас сольет Конкорд. Вот, или сделать еще хитрее и подкрасться к вам в клоке. Это будет, наверное, долго. Но, может быть, они успеют на какой-нибудь там клочной хрени, которая достаточно быстро летает. Но это очень сильно ускорит запил вот этой вот всей мелочи. Там буквально за несколько минут вы вот это все сольете. Ну, как вариант. А что это?
Ну, иногда проскакивает попадание. Так что наша стрельба не совсем безрезультатна. А еще к нам транспорт подъехал. Думаю, его тоже стоит забрать. Прочная. Ого. Да, резисты у него, конечно, зверские. Жалко, ничего с ней не попало. Это что такое? Все? Я вам так надоел, что вы все улетели? О, окей. Тогда добираем оставшихся и смотрим результаты.
Последний домовик. Меня еще кто-то невидимый поинтит. Так, ну что же, давайте смотреть, что у нас получилось в итоге. 159 миллионов по ценам тест-сервера. Это у нас получается лут. И... ну ты засалишься уже или нет? Так, и... сейчас, секунду. Вот так. И 38, почти 39 миллионов у нас получилось по салу. Вот, думаю, на лайве это все будет стоить дороже. Вот такие вот дела. Вот такой контент. Достаточно интересный, своеобразный, потому что фарм можно это делать нон-стопом. Если у вас есть, например, в системе 2-3 места, где стоят турельки, эти турельки не надо спиливать. Вот сейчас вы, например, просто переваркиваете на другое место, там делаете то же самое, и пока вы пилите там, вот эти турельки, они, грубо говоря, отреспятся своими флотами, которые их дефают, вот, и можно будет опять прилететь сюда и снова их фармить, то есть, ну, грубо говоря, все будет зависеть от того, сколько вы времени готовы на это потратить. Вот. Ну что же, на этом буду закругляться. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!